Казанский федеральный университет продолжает принимать в своих стенах важных гостей. Делегации из города Харбин во главе с мэром Сун Сибин прибыли в КФУ в ознакомительных целях. Особый интерес гостей вызвал Институт фундаментальной медицины и биологии, а в частности Центр симуляционного и имитационного обучения. Делегатам продемонстрировали возможности центра, рассказали о проведенной в ВУЗе модернизации, коснувшейся всех предметных областей, участие в проекте 5100, новой системе управления научными проектами, а также продемонстрированы технологии по обучению студентов-медиков на роботах-симуляторах. Делегаты не побоялись на несколько минут примерить на себя роль медика и провести тренировочную операцию. Все это и не только оставило большое впечатление от увиденного. Также гости не прошли мимо Центра медицинской науки компании «Эйдос», где выпускники КФУ разрабатывают симуляторы и программное обеспечение, востребованные мировым рынком. Увиденное подарило делегатам массу впечатлений. И, конечно же, мэру Харбина есть над чем поразмышлять. Ведь взаимодействие с медицинским институтом наверняка позволит многому научиться и многое перенять. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.